Как вырастить здорового малыша? Школа молодых родителей начала работать в Вологде. Это новый проект Центра по работе с населением. Занятия для вологжан будут вести детские врачи. Чему посвящены уроки для пап и мам? И как стать учеником необычной школы, расскажет Алена Закатаева. На встрече прежде всего молодые мамы. Именно для них предназначена эта школа. Некоторые пришли с детьми. Как вырастить малышей крепкими и здоровыми? Для них главный вопрос. Интересует все, начиная от грудного вскармливания и заканчивая крепким сном для малыша. Самое главное – не бросаться сразу же за выпиской успокоительных лекарств невропатологу. Если это первичное нарушение сна, то достаточно просто отрегулировать режим. А еще создать в комнате комфортные условия, оптимальное освещение и температуру. И за 2 часа до сна отказаться от просмотра телевизора и компьютера. Посвятить это время рисованию или спокойным играм. Простые правила, которые действительно работают, уверяет врач-педиатр Нелли Лепихина. Именно она стала первым педагогом в школе для молодых родителей. Идея организовать такие занятия на базе Центра по работе с населением принадлежит самим мамам и папам микрорайона «Водники». Водники – это большой микрорайон, в котором проживает очень много малышей. И на всех нас всего лишь один филиал детской поликлиники номер 3. Поэтому у нас родилась идея немножко помочь им. И ТОС «Водники» вышел с такой инициативой. Следующее занятие проведет врач-иммунолог-аллерголог. Он расскажет о том, как уберечь малышей от простуды и что делать в случае аллергии. Посетить уроки школы молодых родителей могут все желающие, как жители Заречья, так и других микрорайонов. Вологжан ждут по адресу Северная, 26. Расписание можно узнать по телефону 58 25 08. Алена Закатаева, Михаил Протасов, Вологда, Портал.